Погнали дальше. Ну что вы думаете, я буду делать? Я, естественно, буду это... Возвращаться надо, что тут делать? Итак, понятно. Так, погодьте. Погодьте, погодьте. Может, и не придется возвращаться еще. Хотя одно бревно выпало. Придется. Нужно загрузить еще 4. Придется возвращаться. А еще вот это вот неизвестно, как от этого избавиться. Классно прокатились, что сказать. Да, как будто хлопот мало. Ну эта дорога, она подлая, она реально подлая. Тут под водой и над водой. Тут фиг знает, как грузовик себя начнет вести. Тут разный грунт и так далее. Можно увалиться, вот как нефиг делать. Ну, на Урале-то будет быстрее, чем вместе с Кразом, я надеюсь. Хорошо хотя бы недалеко отъехали, черт возьми. Вот что здорово. Хотя сейчас Краз перевернется, и я пожалею обо всем, что сказал. Будет весело, если эти бревна будут мешать, когда мы приедем загружаться на лесопилку. Вот это будет полный апофеоз дерьмища. Ну реально, недалеко отъехали. Повезло. Повезло. Ну, как, относительно повезло. То, что мы вообще тут разбросали груз, это нифига на везение не похоже, да? А вот то, что недалеко отъехали, это уже более-менее похоже на везение относительно. Так, я опять на камни полез, я опять забыл, что они здесь присутствуют повсюду буквально. Ну хотя бы с этим парить мозг не стали. Хотя бы здесь нормально обошлось. Да и более-менее нормально вырулили. Так. Ну, надо теперь возвращаться до Краза и продолжать свою эпическую просто... Эпическую не рвать! Не рвать мне нервы. Так делать нехорошо. Бревна еще раскиданы повсюду. Камазы всякие тут встали. Дали слегка ему леща. Своим бампером. Там, наверное, водила, который в нем сидит, над нами тупо ржет. Только отъехал, вернулся уже без бревен. Там с какими-то опилками вместо них. Снова загружаться. Вообще мастер своего дела. Ну, теперь точно бензика не хватит, даже если при каких-то там условиях непонятных абсолютно хватило бы бензина. Мало ли, теперь точно не хватит, мы здесь еще и встряли. Давай, давай, давай. Рой землю.
дальше. Здесь камни. Объезжаем. Везде камни. Здесь везде камни, черт возьми. Просто везде камни. Я не знаю, что с ними делать. Обратно в эту клаку залезаем. Ты еще мне опять перевернись, скотина! Что за пипец с этой местностью? Ну? Смотрите, что сейчас с кразом будет твориться. Внимательно. Это шваль еще и заглохла, а? Ну не скот ли? Еще и урон получает. Ты мне еще утони, тварь! Утонул, чё? Надо было выруливать оттуда. Да грёбаная дорога, как ты меня заколебал. Что ж такое-то происходит постоянно? Смысл мне это говно тащить? Два очка. Потом все равно придется удлиненный роспуск вытягивать. Чё за жесть, чё за жесть. Вот не смогли нормально проехать этот гребаный участок. Смогли бы уже давным-давно, может быть, даже доехали бы. Нам же сюда, нам сюда, правильно. Полная жесть. Полная. Полная наркомания, хоть перезапускай. Но этого я точно делать не собираюсь. Нам нужно будет что-то придумать. А что придумать, не ясно пока. Тихо. Давай без этого. Опять он начал крениться туда. Пипец. Участок дороги один не пройти, который там, ну, широкая. Я себя охреневаю. Я что-то думал, что он там выстоит, он шире, чем Урал. И не так еще переворачивались, но бревна тяжелее, чем все что угодно.
Ну, здесь бы уже нормально бы ехали к этому моменту. Но нет. Нифига. Придется КамАЗу в одиночку тащить удлиненный роспуск. Судя по всему. Ладно, пока едем вперед. Интересно, тут можно вообще? Давайте попробуем разогнаться. Ну, это почти как автобан, слушайте. Даже умудряемся на вторую передачу переключаться. Мне вот это вот озеро не нравится. Так, придется тащить КамАЗ. Все-таки. Да его так и так бы пришлось тащить. Но тащить его придется дальше. Или ближе. А, не важно. Слушай, топлива бы реально хватило, а? И топлива бы хватило, и все бы хватило. И нет здесь никаких сложностей с проходимостью. Нет, надо было уронить. Причем два раза. Уронить два раза. Топлива, может быть, и не хватило бы, но... была бы не проблема. Подогнали бы КамАЗ и все. Ладно, на каждой карте не без проблем. Пора это выучить уже. Этот закон. Куда дальше-то? По окраинам этих лесов. Пока в угол не упремся. Веселуха-то какая, а? Не, ну блин, я... этот облом, это просто вот мега-фейл, конечно. Фейл тысячелетия. Это минимум. Как максимум, не знаю, нескольких тысячелетий.